По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория при храме Рождества Христова вновь возобновляет свою работу певческие курсы, которые ставят своей задачей обучение желающих петь на церковном клиросе, участвовать в богослужениях, в требах, одним словом, всех тех, кто имеет музыкальный слух и хотел бы славить Бога при посещении храмов Господних. Несколько слов о содержании этих курсов я попрошу сказать Ивана Алексеевича Албанова. Многие знают его как помощника Виктора Гавриловича Захарченко, как руководителя школы Захарченко, который воспитывает детей как резерв будущего кубанского казачьего хора. И вот он будет преподавать у нас музыкальные предметы, о которых я попрошу его рассказать. В первую очередь хочу сказать, что в рамках этого курса предусмотрено несколько предметов, которые мы постарались, чтобы развивали ваши способности в области как и пения, но и вместе с тем знания того, о чем мы поем. Ну и, конечно, будут у нас такие предметы, как основы церковного пения и сольфеджио, основы хорового пения и управления хором. Ну и, конечно, практические и вероучительные основы применения устава. Вот эти три основных предмета, которые должны сложить целое, а именно, чтобы любой, кто у нас будет обучаться, имел возможность не только даже петь, но и понимать то, о чем он поет. Занятия у нас будут проходить по субботам, и уже 4 сентября мы проводим прослушивание всех, кто заблаговременно запишется к нам на курсы. Для того, чтобы записаться на курсы, вы можете позвонить по телефону или отправить заявку на электронную почту, которую сейчас вы видите на экране. Я благодарю вас, Иван Алексеевич, за интересный рассказ о наших курсах, которые начнут свою работу уже в сентябре. Я напомню, с 4 сентября уже первое занятие, прослушивание и постановка задач, целей, создание целого коллектива. Как правило, это сплоченный коллектив, который потом не просто обретает новых друзей, но и вместе славит Бога. Донди же есть. То есть мы должны помнить, что славить Бога, молиться Ему и уметь молиться, это очень дорогого стоит в жизни каждого человека. Поэтому хотелось бы напомнить еще, что курсы у нас будут проходить в течение одного года. Тем, кто успешно закончит эти курсы, будут вручаться сертификаты об окончании церковно-певческих курсов отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской Кубанской епархии. И сегодня, согласовав с нашим митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Григорием, эти сертификаты лучшим учащимся, выпускникам будет вручать сам митрополит. В завершение хотелось бы еще раз пригласить всех желающих на церковно-певческие курсы и пожелать помощи Божией тем, кто в них примет участие. Ждем вас на наших курсах. И всего вам самого доброго, и храни вас Господь и Пресвятая Богородица. Благослови.